Всем привет, с вами Anavid Customs, и у меня очередной влог. Короче говоря, небольшие плохие новости. К сожалению, сейчас в ближайшее время выпусков про Москвич не будет. И, возможно, это сейчас как получится в ближайшие несколько 8 часов. Может быть, будут выпуски по новой игрушке по прохождению, а может быть, их и не будет. Все в зависимости от того, получится ли у меня это все загрузить на YouTube. Дело в том, что, короче, я опять ложусь в больничку. И опять по поводу своего заднего лонжерона. Оказывается, они, короче, мне забыли там вытащить одну сшивную нитку. То есть было 5 швов, они вытащили только 4. И, короче, там осталась нитка, а она мешает зарастать. И, короче, у меня ничего не зарастает до конца. Меня опять, короче, будут резать. И опять я буду лежать где-то дней 10. Ну, ВКонтакте постики постараюсь, конечно, какие-нибудь интересные пилить. Потому что с собой буду брать нетбук. Но вот насчет выпусков, загружать их из больницы со своим долбанным 3G интернетом, это я не смогу. Если сейчас у меня получится их загрузить в одном месте у друга по прохождению новой игрушки, то будут вам выпуски игрушки, вот, пока не встану на ноги. В принципе, сейчас я должен встать на ноги пораньше, не то что тогда прям лежал практически месяц. Но, тем не менее, вынужденная мера. Сорян, если придется подольше немножко ждать. Ну, так что там, счастья, здоровья, держитесь. Выпусков не будет. Да, но вы держитесь. С вами был Anavid Customs, пока, увидимся.